И всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Гост, и мы продолжаем смотреть различные моды для GTA 5. И сегодня, друзья, я решил показать вам самый сильный апокалипсис в GTA 5, который только возможен, друзья. То есть сегодня я скачал практически все моды на конец света и объединил их в один единственный мод. И, в общем-то, сейчас, ребята, вы увидите, что же у меня интересного такого получилось. Но перед этим, друзья, я бы хотел попросить вас не забывать ставить лайк, если вы хотите больше роликов по апокалипсису, друзья. Да, пишите об этом в комментариях, чтобы я проводил еще вот такие вот подобные эксперименты и скрещал различные моды, ну, связанные с апокалипсисом, само собой, да, друзья? Так что давайте прямо сейчас, в течение 5 секунд, я вам дам время, чтобы вы поставили лайк, подписались на мой канал и, конечно же, нажали на колокольчик, чтобы видеть мои ролики самым первым. Ну что ж, ребятки, поехали! 1, 2, 3... 4 и 5. Ну что ж, ребят, я надеюсь, что все успели, ну а кто не успел, я даю вам еще 5 секунд. Ну что ж, друзья, давайте сейчас я вам кратко расскажу, что же такого я сюда вообще напихал. У нас получается следующее. Метеоритный дождь, как вы уже, наверное, все заметили. Конечно же, огромнейшая цунами. Ну и помимо этого, ребята, я засунул сюда еще зомби-мод. То есть, ребята, по городу и под водой у нас будут ходить просто толпы зомбарей, которые будут пытаться меня еще... помимо прочего, сожрать. Ну, короче, мне кажется, это будет просто какой-то капец. Я надеюсь, что у нас с вами получится выжить в этом полном хаосе. Сейчас, короче, попробуем добраться до суши. Ну и, короче, там уже, в принципе, я надеюсь, что все будет нормально. Так, вот этот чувак, который плавает, это, короче, зомби, если что. Так, он умер. Задохнулся. Хорошо. Так, можно спокойненько проплывать. Давай, Франклин. Вот так вот. Хорошо. Все, ребята, я вроде как выбрался наружу. Так, я надеюсь, что здесь меня никто не сожрет. Вон там уже зомби, ребята. Ходят, блин, капец, они просто стоят на улицах города. Так, окей, я понял. Блин, так я сейчас, как я выживать-то буду? Меня сейчас накроет волна, то я просто подлечу к зомбарям. Вот, или типа такого что-нибудь случится, да, когда с метеорит прилетает. Так, ребятки, ну это капец какой-то, если честно. Это просто капец. Так, цунами, метеоритный дождь, ребятки, еще и зомби. Блин, я, честно говоря, маленько в шоке. Так, ну мне кажется, будет прикольненько. Мне кажется, будет прикольненько, хотя мне уже все нравится, в принципе. Надо поскорее оттуда сваливать. Я не знаю, друзья. Тут, по сути, весь город будет просто окружен огромными волнами, и он будет практически весь затоплен. То есть, ой-ой-ой, еще зомбари. То есть, вот эта вот окраина Лос-Сантоса, она еще вроде как более-менее живая, но дальше, ребята, будет просто какой-то капец. Так, зомби... Зомби, оп, отлично, меня, короче, ударило метеором. Мне вот интересно, в каком фильме было что-то подобное? Был ли вообще такой фильм, ребятки? Напишите мне в комментариях, был ли фильм, где участвовало цунами, там, не знаю, или, ну, допустим, хотя бы, да, цунами и зомби. Было такое вообще или нет? Мне кажется, не было ни одного фильма, который бы повторял подобный сценарий, потому что это уже капец как чересчур. Это самый безумный конец света, который можно только придумать, блин. Ну ладно, это прикольно достаточно, ребятки, честно говоря, мне нравится. Так, ну вот если бы эти метеоры, конечно, в меня еще не прилетали... Оп! Нифига себе! Так... Окей, я понял, в нас, короче, прилетел, точнее не в нас, а рядом с нами приземлился самолетик, который, видимо, подбил один из метеоров, и он просто начал снижаться. Офигеть, так, вон там тоже зомбарь стоит, так, отстреливаем. О, откуда он появился, просто из-под земли, что ли, вылез? Офигеть. Так, окей, здесь мне показалось, что тоже зомби есть. Так, ну, сзади вроде как, ребята, все, в принципе, уже маленько зачищено, то есть зомби там точно нету. Блин, вот эти вот метеоры, конечно, ребята, это просто капец. Нам бы с вами, короче, тачку себе сделать. Я не знаю, давайте сейчас какую-нибудь тачку наколдуем крутую. Лучше бы, конечно, такое военное, да? Что у нас есть такого военного? Вот, например, ну давайте вот обычно этот наш возьмем броневичок, да, и на броневичке, короче, покатаемся по этому миру нашему разрушенному. Так, он еще есть нитро у нас будет, короче, ко всему прочему. То есть мы с вами будем ездить еще быстрее. Блин, капец, тут везде эти метеоры. Так, ну, слава богу, тут хотя бы цунами уже не так уж и много. Я сейчас хочу, короче, добраться, не знаю, хотя бы до центра карты. То есть я уверен, что вот здесь вот, ребята, вот эта часть, она вся затоплена. То есть везде, где есть вода на карте, ребятки, учтите это, там везде будет цунами. То есть, если есть, допустим, по бокам море, океан и так далее, то там будут, конечно же, ребята, огромные волны. То есть, все будет затоплено. Вокруг карты просто огромнейшие вот такие вот пласты, вот так вот, вот таким вот образом, вот так вот. Вся карта просто отрезана.
То есть там везде, ребятки, цунами. Да и плюсом к этому, если вы подъезжаете к какому-нибудь большому источнику воды, там тоже есть вероятность того, что будет просто все затоплено. Но вот тут вот вроде пока что все более-менее, потому что здесь не очень много воды, ее тут в принципе вообще нету, тут везде горы, поэтому тут все достаточно спокойно. Но вот мне бы хотелось посмотреть еще на военную базу. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятки, офигеть! Там просто вся пустыня залита. Так, ладно, я понял. Военная база, военная база. Я хочу добраться до военной базы. Так, вау, девушка, простите, я знаю, вам нужна помощь. Так, офигеть. Давайте выйдем просто отсюда. Это, походу, люди начали с ума уже сходить от этого апокалипсиса. Просто еще непонятно, что творят вообще. Так, давай, давай проезжай быстрее. Вот так вот, вот так, давай. Да перевернись ты уже. Блин, везде, ребята, эти метеоры, они очень сильно мешают. Они реально меня отталкивают, и я не могу проехать. Так, спокойненько, спокойненько. Еще зомби тоже придут свою изюминку, потому что зомби-модом, ребятки, как вы знаете, у нас просто, ну, пропадают тачки, пропадают люди, то есть мир становится таким более уничтоженным. Это реально добавляет некий реализм. Ну, короче, я так полагаю, ребята, зря мы сюда приехали. Нифига здесь нету. То есть тут все затоплено, как я вам, в принципе, уже и сказал. То есть здесь вот у нас уже есть волны, значит, там они тоже будут. Значит, тут все затоплено, вся военная база, ребята. Минус, просто минус военная база. Вон там одна вышка торчит. Спокойно. Так, аккуратно, аккуратно. Ребятки, разворачиваемся, разворачиваемся. Так, давай в эту сторону, вот так вот быстрее, быстрее отъезжаем. Нафиг отсюда, я не хочу туда ехать, друзья. Так, блин, куда бы мне сейчас тогда наведаться? О, тут какая-то небольшая... Это что, мечеть или это просто здание, понять не могу. Ну-ка, давайте-ка тут остановимся. Тут остановимся, короче, и, молясь, прогуляемся. Мне интересно будет посмотреть, что здесь вообще происходит. Блин, так, давайте ляжем вот так, во-первых, да? И включим, короче, Doomsday. Вот таким вот образом. О, господи! Вот это, ребята, вот это все, это капец. Doomsday включен. Так, ну я так полагаю, сейчас можно просто забыть вообще обо всем. То есть сейчас я точно нафиг не выживу. Вы посмотри, как круто садятся метеоры. Какая у нас, офигеть, не знаю, атмосферная погода. Все небо красное. Эти волны выглядят просто какими-то кровавыми. Я не знаю, блин. Так, ладно, короче, так, зомбари, зомбари. Спасибо, метеорчики. Вот сейчас вы мне очень помогли. Вы просто растолкали этих зомбарей. Так, там он тоже ходит. Так, отстреливаем, отстреливаем. Так, с этой стороны. С этой стороны вроде как все чисто. Так, вставай, вставай, Франклин, не падай, блин, братишка. Нам надо выжить, нам надо срочно выжить. Так, у меня есть идея, друзья. У меня есть идея попробовать сделать себе какой-нибудь вертолетик и на вертолетике добраться, я не знаю, до убежища хотя бы. Только где у нас будет убежище? Нет уже убежища. Блин, куда я доберусь тогда? Так, ладно, найдем какое-нибудь место такое более-менее спокойное. Во-первых, полетаем над всем этим, над всей этой разрухой, посмотрим вообще, как это все с вертолета выглядит. Посмотрим, какие зоны у нас были накрыты водой, какие зоны у нас оказались, наоборот, высушенными. То есть они оказались спасенными, грубо говоря. Мне кажется, это, ребятки, конечно же, нам поможет в нашем выживании, в таком сегодняшнем небольшом. Так, надо срочно сделать нам с вами... вертолет. Так, какой это у нас? Так, это все правильно, да. Давай, давай, взлетай, взлетай. Так, полетели. Есть тут, мне интересно, тут есть какой-нибудь... А почему я не могу стрелять из пушечки-то? Я, походу, не могу из него стрелять. Так, а вот этот... О, 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 господи! Так, выравнивай, выравнивай, выравнивай! Так, я упал прямо в воду. Так, я надеюсь, я взлечу. Я взлечу. Давай, давай, вертолет! О, да, меня просто похоронил, ребята, только что метеор. То есть у меня был шанс спастись, взлететь, если бы не этот метеор, который сверху на меня упал. Он просто меня придавил в эти воды, короче, и сломал мне весь пропеллер. Ох, офигеть, сколько там зомби! Господи, сколько! Так, давай, короче, их расстреляем. Так, вот так вот полетели, все отлично. О, братишка! Так, лети, лети! Не падай, не падай! И вот тот братишка, который рядом с нами летит, я надеюсь, он тоже спасется. Вы посмотрите. Хотя давайте-ка мы его подобьем ради прикольчика. Просто вот так вот возьмем, короче. Так. Вот так вот ускоряемся, ускоряемся, ускоряемся. Так, давай, 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 давай. Где он, где он, где он? Я его не вижу. Я не вижу его. А, вон он там уже. Блин, он быстрее нас летит. Ну да, это же самолет, черт побери. Но у нас, короче, вертолет с нитро, поэтому... Поэтому у нас есть шанс, короче, его догнать, в принципе. А знаете, что еще можно сделать с нашим зомби-модом? Нам можно сделать с вами... Вот так вот, отключить электричество в городе. Видите, как меняется город, да? Просто он становится без электричества. Это, ребятки, похоже на правду более-менее. То есть сейчас, я думаю, это все капец как жестко выглядит. Ну да, так оно и есть. Просто весь город без электричества. Весь город охвачен зомби-инфекцией.
И везде, ребята, все затоплено. Блин, я... Оу, твою ж дивизию! Господи, как он сильно на меня свалился. Я чуть не улетел вниз. Если бы у меня не стоял годмод на вертолете, ребята, я бы уже погиб. Я бы просто, короче, уже отвалился нафиг отсюда. Но, слава богу, он у меня стоит, и я выжил как-то. По-моему, не затоплены, ребята, только реально горы. То есть все, что находится на горах, ребята, оно более-менее живое. Да опять мне прилетел этот сраный метеор. Короче, ребята, во время метеоритного дождя выжить ваши шансы равняются нулю просто. Серьезно, нулю. То есть вы не выживете 100%. Даже если возьмете какой-то вертолет или самолет, у вас рано или поздно прилетит какой-нибудь небольшой или громадный, наоборот, метеорик. Это, ребята, меня, конечно, печалит достаточно сильно. Так, а что у нас здесь? Здесь у нас, короче, живой мост, как я вижу, да? Речка, короче, вышла, она очень высоко поднялась, то есть это такого раньше не было. Ну и здесь тоже, ребята, все затоплено. Лесопилка и вся деревушка, как я понимаю, тоже затоплена, да, вот это? Офигеть, да, ребятки, она вся затоплена просто. Вы посмотрите, у нас как мало всего торчит здесь. А вот здесь уже почему-то вода кончается. Интересно, почему же так? Ну-ка, давай-ка, короче, спрыгнем в эту воду. Вот так вот просто возьмем и полетим. Так, окей, там, короче, воды нету. Здесь тоже на Челяде нету. Отлично, так, я надеюсь, я выживу. Так, давай, короче, на парашютике. Блин, ребята, мне так страшно приземляться. Вот этот огромный слой воды. Мне кажется, там будет сейчас просто какой-то капец. Вот так вот. Блин, ребятки. Осталось последнее, что я могу... посмотреть. Осталось последнее, что я могу вам показать интересненькое, чтобы вам это понравилось. Это, короче, проверить, как все это дело будет выглядеть ночью под водой без света. Да, мне кажется, это будет просто полный капец. Ну-ка, давай попробуем, короче, сделаем сейчас нафиг. Так, ну эту погодку мы оставим с вами, сделаем, короче, сейчас ночь и без света весь город. Так, вот так вот ночь. О, да. О, да. Блин. Офигеть. Так. Ну-ка, как это снаружи будет выглядеть, не под водой? Вот это, ребята, да, вот это серьезно, вот это уже просто какой-то капец. Можно даже ради прикольчика поэкспериментировать сейчас. Так, нет, 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 давай, короче, мы сейчас сделаем вот так вот, это 5, да? Вот так вот будет темнее, по-моему, вот так будет намного темнее, да? Короче, выходим нафиг из редактора нашего, и вот тут, ребята, теперь просто какой-то капец. Я не знаю... Это жестко очень выглядит все. Нам только дорогу освещают метеоры. Ой, блин, нас что-то придавило. Нас придавил самолет, который только что упал. Блин, почему все на нас-то летит? Давай, Франклин, вставай, братишка. Вставай, вставай, вставай. Сейчас мы, короче, сделаем нам... Так, где у нас? Вот кракен, кракен, кракен. Нам нужен срочно кракен, друзья. На кракене нас хотя бы так шатать сильно не будет. Так, вот таким вот образом. Все. Так, ну и что, и поплыли? Так, оп. Нас что-то опять ударило. Нас что-то опять ударило очень сильно. Так. Спокойно выплываем потихонечку. Так, и, короче, вот так вот можно здесь поплавать, друзья. Офигеть. Офигеть. Просто весь город, ребята, затоплен. Это маленькая деревушка. Освещают дорогу только метеориты. Везде ночь. Зомби. По-моему, ребята, это просто капец какой-то. Это самый безумный конец света, который я только видел на данный момент. Если я смогу сделать еще что-то для вас, если вы попросите, и оно будет жестче этого, ребятки, то я буду просто сидеть и офигевать. Не знаю. Мне кажется, это будет просто какой-то капец. Фух, как же у меня еще игра-то не крашится вот с таким вот апокалипсисом, а? Мне вот интересно на это ответ получить. Неужели GTA-шка настолько стабильная в этом плане, что может выдержать даже такую нагрузку? Я в шоке, честно говоря. Ну что, ребятки, давайте, наверное, на этом мы с вами и закончим наш сегодняшний ролик. Я надеюсь, вам хоть как-то понравился. Опять падает самолет. Я надеюсь, что вы поставили лайк. Ну и, конечно же, подписались на мой канал. По-моему, это было просто безумие, друзья. Мне очень сильно понравилось. Надеюсь, конечно же, вам тоже. Так, зомби, отстань, плыви ко мне. Ну и что ж, ребятки, я желаю вам всем, кто выживает в зомби-апокалипсисе, выжить, конечно же, да, если вы параллельно со мной проходите зомби-апокалипсис в GTA-шке 5. Конечно же, ребята, удачи вам. Ну и само собой, ребят, надеюсь, вы подписались на мой канал, поставили лайк, спасибо, что смотрели этот ролик до конца. А с вами был я, Жека Гост. Всем удачи и до скорых встреч.